Самаре возвращают историческое лицо. В городе реставрируют фасады зданий, имеющих историческую ценность. В этом году такие работы коснутся почти 200 зданий. Большинство из них – жилые дома, где кроме муниципалитета, региональных и федеральных ведомств есть и другие собственники. По поручению мэра Самары Олега Фурсова проведены переговоры с частными инвесторами. Их приглашают к участию в преображении города. Компании уже начали откликаться. Реставрацию 17 фасадов бизнесмены берут на себя. Городские власти ищут спонсоров на еще как минимум 11 домов. Если кто-то там запаздывает, надо как-то этих людей стимулировать, чтобы побыстрее выходили, проводили необходимые ремонтные работы. То, что очень быстро лето завершится. Работа постоянно ведется, и надеемся, что количество спонсоров будет увеличиваться. Эта работа у нас проводится совместно с департаментом градостроительства. Преображать город будут помогать и студенты архитектурно-строительного университета. Такой договоренности с вузом достигли в департаменте градостроительства Самары. Предварительно уже согласие есть по участию студентов и архитектурного факультета в проведении и непосредственно реставрационных работ, и в разработке актуальных дизайн-проектов по оформлению города. Основные работы по восстановлению фасадов будут сосредоточены на улицах, которые входят в гостевой маршрут к чемпионату мира по футболу 2018. Это и исторический центр Самары, и объекты на въездах в город. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.